sen barışma ben Mehmet sen aklını donanla hiç Kakir bir kudüs bize bakla hiç Итак, перед вами весовая категория 93 килограмма. Поаплодируем, друзья, громче-громче. Справа от меня боец из Узбекистана. Весовая категория 93 килограмма, ему 24 года. Рост 78 сантиметров. Он является чемпионом Узбекистана по кикбоксингу. Чемпион Узбекистана по джиу-джитсу. Профессиональный рекорд. 0 побед, 1 поражение и 0 ничьи. Тренер Хантураев Мурат. Бойцовский клуб Охшер. Боевой псевдоним Hellboy Сахаров Виктор. Его соперник, боец команды Кыргызстан, представляет Ош, весовой категории 93, рост 185 сантиметров. Чемпион Кыргызстана по боям без правил. Профессиональный рекорд, 2 победы, 0 поражения и 0 ничьи. Тренер Сахарбаев Кылыч, бойцовский клуб Атаман. Абылгасым Якуба! Бойцы на середину. Поприветствуй друг друга. Слушай мою команду четко и ясно. Понятно будет? Затылок. Позвоночник не пинаем и не бьем. Шорты, пикировку, сетку не хватает. По команде стоп, прекращайте действие. Понятно? Да. Удачи. По углам. Баткен шары. Колдап трас, колдап трас, колчалар болсын. Первый раунд. Замечания обеим бойцам. Работаем активно. Минута 13 секунд. Победу одержал Якубов Абылгасым. Поприветствуем бойца. На награждение приглашается Телеков Искендер, почетный гость турнира. Там бою. В первом раунде 1 минута 13 секунд техническим нокаутом Абылгасым Якубов.